Палец домохозяйки из Балашихи попал в блендер. Хорошее было бы начало для авантюрного романа, написанного на основе реальных событий. В их подлинности нельзя усомниться, слишком много живых, конкретных деталей. Но прежде чем рассказать о злоключениях домохозяйки, поделюсь аналогичным случаем, произошедшим со мной в детстве. Бабушка принесла с рынка щуку, чтобы приготовить ее в фаршированном виде. Щука лежала в большом эмалированном тазу и ждала своего часа. А бабушка отлучилась из кухни. Тут в недобрую минуту рядом со щукой оказался я. Я разжал пасть щуки и сунул туда палец. Ее челюсти сомкнулись. На мой вопль прибежала бабушка. Разжала челюсти щуки и спасла меня. В те времена еще не было МЧС. Их работу выполняла бабушка. Теперь о домохозяйке из подмосковной Балашихи. Инцидент произошел в микрорайоне Заря, диспетчерской 201 пожарной спасательной части Балашихинского управления силами и средствами ГКУ раздался тревожный сигнал. Взволнованные голоса сообщали о попавшей в беду женщине. Ее палец застрял в блендере. Спасатели немедленно выехали по указанному адресу, несмотря на то, что не сразу поняли, о чем речь. Лично мне пришлось самому залезть в Википедию, чтобы вспомнить, что такое блендер. На месте ситуация прояснилась. Женщина пыталась приготовить пищу при помощи блендера, но насадка с вращающимся ножом засорилась. Хозяйка указательным пальцем стала чистить блендер и случайно нажала на кнопку включения. Острый, как бритва, нож впился в мягкие ткани, плотно застряв в пальце и прижав его к стенке насадки. Спасатели попробовали освободить палец с помощью плоскогубцев, но любое движение ножа с острыми загнутыми краями причиняли пострадавшей сильную боль. Решено было доставить женщину в местную больницу, где ее освободили из плена блендера и оказали необходимую медицинскую помощь. Сегодня у всех на устах имена Акинфеева, Дзюбы и других членов российской сборной по футболу. Но мы не должны забывать и о других наших героях, спасателях, борцах с блендерами, известных лишь узкому кругу лиц, которые изо дня в день осуществляют свою трудную самоотверженную работу.